Израильская армия из-за соображений безопасности закрыла для гражданского населения районы Голанских высот, прилегающие к местам столкновений сирийских повстанцев с правительственной армией. Израильтянам также запретили работать на приграничных сельскохозяйственных участках. В настоящее время, по словам израильских военных, в сирийском городке Эль-Кунейтра идут тяжелые бои. Информация о ситуации в Эль-Кунейтра поступает противоречивая. Ряд источников сообщают, что сирийские повстанцы удерживают этот городок в своих руках. Другие информагентства утверждают, что регулярной армии удалось восстановить контроль над Эль-Кунейтра. Рядом с Эль-Кунейтра расположен контрольно-пропускной пункт на линии разъединения между Израилем и Сирией.